О, молодец! Да ну куда ты? Куда ты? Пришли с друзьями в ресторан, и сейчас папино дежурство в детской комнате с сыном. Сынок, ты что, в ресторан понес коридор? Вот там ресторанчик. Куда ты понес? В ресторан понесешь коридорчик этот? Не надо, сынок. Не поймут. А давай обратно. Давай обратно коридорчик занесем. Умничка, давай. Ой, ты золото, ты мое. Ой. Умничка, сына. Кого ж он такой умный? Должен выпрямить ее, да? Мы не выпрямляем корпус. Мы выпрямляем ноги, но не выпрямляем корпус. Иначе башка у нас отлетит. И, да, и отскок. Раз, отскок. Пробег. Зашел на съемочку. Посмотрите, что здесь у нас происходит. Я хороший человек, я не знаю, я зато Артуру зонт дал. Андрей, да, да, спасибо тебе большое. Вот зонт. Скажи, да, шел дождь, я тебе дал зонт. Папа с мамой рядом, не бойся. Мама с папой рядом. Вот, тебе понравилось. Что, смотри. Щекотно. Она щекотно, но не больно. Вот так. Волосик, видишь, что тебе? Вот так, умный. Я вот здесь по***ю чешу за ушком. Ой, да и не больно. Вот. Три, два, один. Та-дам! Посмотрите, какой красавчик! Такой красавчик! Показывается, вон что. Пошла грузовая. Грузовая машина? Когда вы просто берете какой-то товар, наугад и выходите на Валбус, это превращается все в такую русскую рулетку, которая, ну, блин, риск играть. Вы уже играете просто, а повезет мне или нет. И давайте я вам объясню, что такое неправильный товар. Неправильный товар – это низкая рентабельность. Сейчас маркетплейсы – это один из способов делать работу удаленно и без особых вложений. И вот Андрей настолько круто и пошагово рассказывает, как открыть свой магазин на Валберес и выйти в доход уже в первый месяц 50 тысяч рублей. Вот посмотрите, обязательно вот это актуальное. Там Андрей рассказывает, сколько на самом деле стоит то, что мы покупаем на маркетплейсах, и какие товары вообще не собирают продаж. Вот на этом прогорело очень много предпринимателей. Вот знаете, по этой стратегии подписчики Андрея вышли на доход от 100 тысяч, а кто-то и до миллиона рублей. Поэтому подписывайтесь на Андрея, смотрите в актуальном инструкцию, как правильно запускаться на маркетплейсах. Мальчик наш выдержал. Молодец. Стой, чуть-чуть осталось, сыночек. Ты любишь такие вкусняшки? Такой сразу довольный, счастливый, когда их видит. Гуся. Вот так, в профиль. Вот. Папа рад, говорит, на меня теперь похож. Не надо. Ты что, теперь лысый, сынок? Скажи, я лысый. Нет, я не хочу есть. Понятно. Оказывается, у него тут еще
сибарина корка не вся отошла, поэтому волосы вот тут очень плохо росли, видимо, корочка не давала. Но теперь будем от нее избавляться, а тут как выглядит истерика Святослава, потому что он хочет вкусняшку. Скажу, какую. По типу такую только улитку. Но он уже одну съел, а больше одной. Все-таки это слишком много. Пусть подписчики знают, что ты не всегда идеальный ребенок. Что ты хочешь, сынок? Улитку. Ну так ты же уже одну съел. И вот наше спасение – это соска. Ее даешь, и все. Ладно, идем. Куда идем, сынок? Пить что? Пить на морсик ручки. На ручке. Да, ты знаешь, на ручке. Договорились пить морсик идти и кушать круассанчик. Да? Маленечко вот тут на полу повалялся. Ну, как без этого? Никак, наверное. Ой, ты моя любовь. Все, пойдем. Куда мы идем? Морсик пить с круассанчиком. Правильно. Спасибо, соски. Сочку отдавай маме. Все, буквально вот 5 минут, и все, а человек быстро морсик. С ней прощается. Рыбочку давай. Солнце мне хайп? Да. А можно мама твой морсик попьет? Да. Спасибо. Я тебя не жадный. Ты не жадный. Я пучку покушать. А? Я маленький кусочек. Да, маленький кусочек надо. Не бойся, ты чё? Сыночек, маленькую волочку нужно, надо подстричь. Давай, маленький. Ну, такой кусалый, шелковый. Не бойся. Да ладно, сынок, мама, папа, ты чё? Давай посмотрим такой. Ты чё, смотри, иди мы маленькой твои волосики срежем. Да не вырежь, да стой тебе, маленький. Приятного аппетита! Сегодня, да? Сегодня, посмотри, папа, что ты высочки в центре. Какой модный мальчик. Ой, отлично, вот так. Ой, какой красавчик! Да, я давай, папа, стороны. С этой стороны тебе почивки. Ну, одинаково должно. Папа с мамой рядом, не бойся. Мама с папой не рядом. Вот, тебе понравилось. Ну, смотри. Щекотно. Она щекотно, не больно. Вот так. Волосик, видишь, что ты будешь? Вот так, умник. И вот здесь почешем за ушком. Ой, да и не больно. Молодец. Давай еще раз. Обезьяна чуть-чуть поцеловала на пипите. Ку-ку! Ку-ку! Красивый, холостой. Тебя все звали с ними, а поехала со мной. Пусть луна нам светит ярко, обгоняю иномарку. Вижу девочку в ударку, я хотя бы не пешком.
наши звезды светят ярко, нас догнала иномарка. О, дядя, я помою. Не гадайте на любовь, дайте сердцу подсказать, с кем делить все тайны снов, с кем парить, кому отдать. Я становлюсь друзьями. Открой глаза, смотри, как изменился мир. Мой друг, здесь только ты и я, и никого вокруг. Здесь звезды падают, тают прямо сверху вниз. Малыш, смотри, я приготовил сюрприз. Я украл экскурсию к дельфинам. И как бы нам вроде сказали, что мы будем с ними плавать. Но почему-то больше никто не купает. Все остальные в нарядах. Может, мы что-то неправильно поняли? Я еще очки взял. Более заботливо сказала, я еще нигде не встречала. Рыбы, вот насколько родственная душа, да, ты почувствовал дельфина. Oh, да. Сегодня у нашей семьи по программе СПА. Будем наслаждаться массажиком. Я еще хотела сделать скраб, чтобы хорошо ложился загар, но, наверное, нет. Просто релакс. У нас на суше, но мы решили поэкспериментировать. Поживем тут и на воде. Смотрите, ты вроде можешь мыться на улице, а вроде в номере. Очень красивый душ. Но главное в том, что я могу принимать ванну, но мои глаза помыть. Очень классно. Теперь пойдем в номер. Корзина с фруктами. Такой тортик. Еще угощение, сачок винишка. Держи. Какая надпись на кровати. Welcome to Paradise Hotel. И главное, локация, где мы будем проводить больше всего времени, это наша терраса со своим бассейном, с выходом в океан. Несмотря на то, что сейчас дождик, погода все равно очень классная, тепло, кайф. Ну, в дожде вообще есть своя романтика. За что вот лично я еще полюбила Мальдивы, это за некую такую приватность. Вот выходим на наш пляж, и посмотрите, людей никого, просто ни души. Вот там парочка купаются вдали от нас, никого. Хотя в каждой вилле практически живут люди, потому что отель на 95% заполнен. Наверное, когда они выходят, не видят нас. И вот в этом есть своя романтика, свой кайф. А если ты хочешь какой-то движухи, то ты идешь вот туда, на бассейн для всех общий, такой огромный, тоже красивый. Там музыка, там коктейли, там много людей, там веселуха. А потом раз пошел в свою виллу, уединился, кайфанул, насладился обществом любимых тебе людей. Кайф. Всем хорошего дня.
А кто это тут ко мне пришел? Здравствуйте. Я ничего не заказывала. Комплимент от... От отеля? Спасибо, любимый, как приятно. Все будут думать, что я постоянно попиваю винишко. Но это не так. Да, а ты постоянно попиваешь. Спасибо. Хотелось бы, конечно, поменьше выебываться, но пока нет такой возможности. Правильно, сынок. Мышки. Ты же прячешь для мышки, да? Да. Ням-ням-ням-ням. Да. Да. Кися. Кися? Кися хорошая? Есть. Мяу-мяу. Ням-ням. Давай. Давай, сынок. Ой. Ой. Оба. Разбилась. Ой, папа тебе кто-то специально дал. Сейчас мама тебе даст крепко. Сейчас мама тебе даст. На. Так а можно перевернуть же еще. Конечно. Давай. Ой. Что? Давай, мама. Давай. Опа. А папа это яйцо, смотри, его замазал поди клеем каким-то. Не можем разбить никак. А че мое? На, папина. Давай, давай, а мама. Мама будет. Мама, обыграй. Ой, молодец! Ты выиграл, ты сынок! Выиграл. Муа, видишь, у мамы треснуло, а у тебя нет. Ты такой молодец. Молодец. Баба, возьми тоже. О, всех победил? Она уже не выдерживает напряжение. Она уже столько победила яиц. Молодец. Да. Ему нравится больше всего. А как ему нравится свинячить? Это вообще, а да? А в самолете? Летом. Летом? Доктор. Моряк. Моряк. Сынок. Сюда. Да, правильно. Пожарную сюда. Так, ну. Молодец. Моряк сюда. Моряк, ну, давай, моряка. Восемь. Ничего себе, а ты что, читаешь, что ли? Самолет сюда. Самолет сюда. Костикой. Сюда. Умница. Дочка сюда. Да, обалдеть. А ну, сынок, смотри, что тут? Ой, сынок. Ой. Ты устроил бумажное шоу? Да. Тебе понравилось, да? Давай, посильно. Кто нахулиганил сейчас? А? Кто нахулиганил? А-а-а. Святослав нахулиганил? Да, мушай. Папа будет ругаться. Святослав. Что это? Коробка. Я вижу, что коробка. А это что такое? Что это? Это тебе что, бумажное шоу? Да. Ну что, просто вылез из посудомоечной машины. Папа. Мама, бесполезно. Ну, просто вот, ну-ка, нормально это? Святослав. В чем дело? Ты что делаешь? Ты что, хочешь сломать посудомоечную машину? Ты знаешь, сколько она стоит? Быстро закрывай машину. У нас в семье мама строгая, а папа добрый. Он быстро закрывай, сказала. Машину. Ну, помочи. Он даже трусы не смог у него одеть с носками. Один трусы с носками, чтобы он голый не ходил.
так они проводят вечера. Святослав, скажи маме, что нельзя папу ругать. Ну-ка скажи маме, нельзя папу ругать. Ну, скажи, но. Показала подарочки, которые подарили Святослава. Просто очень много подарили сертификатов в детский мир. Но это всегда наше пожелание, потому что удобно. Вот сейчас мы накупим, во-первых, еды, и плюс одежды, кое-что нужно было. Такие сандали. Ботиночки, они так, что они чуть-чуть тяжеленькие. И такие дома. Давай, садись. Ой, садись, конечно. Новые сандалики. Да? Ходить. Ходить, да. Новые, мягонькие. Осенные, чтоб ножка дышала. Что за шапка? До этого ситечка у Святослава в руках была кастрюля, которую он вот примерно так же одевал папе на голову. Пока не вмешалась мама, Святослав мог отбить папе голову, да? Сына, нежнее, ну ты чё? Упала, нежнее. Папочка. Поцелуй папу. Папочка. Папочку поцелуй. Вот так. Давай вот так. Да. Вот так. Вот так. Шапка. Учитесь. Красивые. Я вам сейчас покажу их на ноге. И очень красивые туфли. Роскошество какое-то. Что остановился? Давай, рули. Газу. Один аттракцион меняешь на другой. Да? Какой у тебя сегодня разнообразный день, вечер. Скажи привет. Привет. А воздушный поцелуй? А воздушный, как ладошкой ты делаешь? Ручкой, как ты шлешь воздушный поцелуй? Ой, привет, привет. Привет. Ой. Ой. Привет. Помаши ручкой. Ой. Да? Тебе нравится кататься? Юху! 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 Туда! Ну, что ты делаешь? Ручки мне. Ручки мне? Водичкой. Давай, покажи, как ты ручки. Молодец. Водичкой. Хоп, хоп. Хоп. И что? Мокрые. И теперь мокрые. И чистые, да? Хопа. Хопа. Сынок. Просто откручивается. А. Да, все. Я думала, будет эффектно. Кристина, это было очень эффектно. Ладно, давай я хотя бы. Ну так неинтересно. Ну я сама сниму. Сама себе наливаешь. Да. На часах 10 минут 8. Мы отправляемся в дальнее путешествие. Далее. Мы с Ануш решили сразу. Аристократы. Да.
весело начать. А мальчики отдых, кашу, а мальчики кашку овсяную. Уже доел кто-то, пока вы снимали. А, расскажите, пожалуйста, о ваших ощущениях. Мы бережем кроссовки, поэтому... Все из-за белой подошвы, понимаешь? Оп. Мне кажется, у Андрея тихо. Пожалуйста. Прыгай. Мужа мой. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais. Пусть все посмотрят. Святослав, какой ты возвращаешься с прогулки? А что ты отворачиваешь лицо? Смотри, реально отворачивает. Что папа говорит, ты сегодня из лужи пил? Молодец. Сегодня я готовлю шурпу. Многие, наверное, скажут, да нет, это не совсем шурпа. Здесь говядина на кости. Я попросила ту часть, которая даст прям вот такую наваристость. Обжариваю лук с морковкой, вставляю туда томатную пасту. Всю зажарку бросила сюда с томатной пастой. Посолила, поперчила. Добавила картошку. Обычно я добавляю размоченный нут, но, представляете, нута не оказалось, что-то я не посмотрела. Поэтому заменила на чечевицу. 2 столовые ложки. Спустя 3 часа я достала этот огромный кусок мяса и вот так мелко его разрезаю. Такой получился мясной. Я забыл сказать, что шурпа великолепна. Вообще потрясающе. Так здорово, что ты нарезала мясо. Она такая прям сытная, как я люблю. Просто совершенная шурпа. Спасибо, очень вкусно. А наш, да, наш хулиганит. Видит, давай, когда... глазки. Пен? Без... А можно без пены папе глазки помыть? Водичка, помой. Водичкой глазки папе помыть. Вот так. Давай. Ой, это моя радость. Будешь мыть? Плю. Подписан, знаю, что я не повар-кондитер, но я очень люблю готовить быстрые вкусные блюда. И сейчас я вам покажу рецепт просто самого быстрого, самого простого и очень вкусного десерта. Стакан замороженной брусники. Это, в принципе, важно, чтобы она была прям замороженная. 0,5 стакана кедровых орешек. Вливаем всю эту красоту сгущенным молоком, перемешиваем и все, и готово. Это просто так вкусно. Нельзя играть на дороге, да? Нельзя. Молодец. На лесенку. На лесенку хочешь пойти? Сейчас пойдем с тобой на лесенку. Ну садись на велосипед, пойдем на лесенку. Лесенку. Да ты моя радость. Ну давай, пошли через дорогу, вместе туда переходим, да? За ручку. За ручку. Ой, да. Быстрее, 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 да, да. Что за радость? Колбаска, да? Что это? Колбаска. Колбаска. Это что такое? Яичко. Яичко? Где молоко? Купить. Купить молоко? А у нас дома же есть молоко. Ты хочешь молочко? Ой, уронила. Водичка. Уронил. Водичку. Водичка, да? Саша водичка. Да, Святослава водичка. Вот она. Огурик. Огурик? Что мама нельзя говорит, огурик? Трогать. Нельзя трогать, да? Огурик. Чужое, да? Чужое. А это что? Опять. А это чеснок. Вкусный. Чеснок. Невкусный. Это что? А? Это что такое? Не поймешь? Это грибочки. Грибочки. Собирать. Собирать грибочки. Где морковка? У
Это что такое? Картофель. Картофель, молодец. А это что? Капуста. Молодец. Ой, ой, смотри, как он там. Что он, смотри, что для тебя? Какие рыбки? Красивые. Красивые? Красивые, да, смотри, очень красивые. Немо. Синяя рыбка. О, пять рыбка. Как я? Рыбка. Не бойся, не бойся. Что ты сейчас только что сказал? Офигеть! Офигеть! Только офигеть! Сынок, как много рыб! Обалдеть! Вот это да! Она с нами здоровается! Ого! Ветер, ветер, ты, Макуть. Ты гоняешь стаи, Туть. Ты волнуешь сине, Мой. Всюду веешь на просторе, весь меня умный. Ну давай, рассказывай это свое. Обезьяна продавала за веревку и немножко пукая. За кого нарвал цветочки? Маме. О, спасибо, котеночек. Спасибо. Какой красивый цветок. Спасибо. Вкусно пахнет? Понюхать. Понюхать? Видите, а вы не видели Святослава? А вы не видели Святослава? Интересно, а куда же делся мой сыночек? А вот он, вот он, вот он, вот он. Выглядываю. Выглядываешь? Почему грязная футболочка? Что я? Ты, а вот смотри, грязная. Почему? Что ты кушал? А? Что ты кушал? Ягодку. Ягодку кушал. И испачкался немножко, да? Надо помыть. Да, надо помыть. Давай, глядите. Ку-ку. И покажите. И выкажите. Не покажете? Нет. Я покажу. Вы не подскажете? Вы не подскажете, где мой сыночек? Да. А вы не подскажете случайно, где мой сыночек? Не покажете. Не подскажете? Нет. Вы не видели моего сыночка? Нет. Видели, вот он. Видели, вот он. Вот он мой сыночек. Ты мой сыночек? Вам не кажется, что глубоко, Святослав Андреевич? Глубоко. Глубоко. Конечно, глубоко. Конечно, глубоко. Ну, ты согласен со мной? Нет, глубоко. Глубоко, значит, туда не надо наступать, да? Кайф, да? Мужик растет. В таком просто восторге от ресторана в темноте. Это что-то с чем-то. Просто мрак полнейший, просто темнота. Свои вообще впечатления. Совсем ничего не видно. Просто вообще. Ну просто клаустрофобия полная для тех, у кого клаустрофобия. Реально, вот ты ничего не кушаешь, все на ощупь, так обостряются рецепты. Сначала было очень страшно. Мне нравится, мне очень понравилось. Вызов такси. Мы входим в такое помещение. А потом мы спускаемся вниз, и там в подвале происходит все действие, так сказать. В общем, мы в восторге. 5 из 5. Официант у нас был незрячий. Он по очереди каждый столик обслуживал. Он с безумно классным чувством юмора. Прям вначале немножко перетрухали, потому что заходишь, и вот у меня никогда не было панических атак. Но там вот чуть-чуть такое, как бы, волнение, что ли, прям сердце выпрыгивало, и ты как-то даже подташнивала. А потом официант шутил, и это очень. Я прошу лишь беломайся, как российский автопром.
ты как Россия, красивый холостой. Тебя все звали с ними, а поехала со мной. Пусть луна нам светит ярко, обгоняем и домаку. Вижу девочку в ударку, я хотя бы бережку. Но даже звезды светят ярко, но согнала и на барка. Я прошу лишь не ломайся, как российский автопром. Ваши места, пожалуйста. Спасибо. Брать, не брать, брать, не брать. Бери, конечно. Для моей жены. Ананас? Сына, доставай. Тяжелый. Тяжелый. Банан. Тише, банан. Тяжелый. Тяжелый. Не надо брать тяжелый. Не надо. Арбуз. Арбуз там? Арбуз. Пусть лежит. Яички аккуратно. Давай маме. Яички. Спасибо. Нок, это авокадо. Авокадо. Молодец, авокадо. Авокадо. Молодец, молодец. Давай дальше. Это физалис. Физалис. Молодец. Сейчас я заберу. Молодец. А это? Трактор. А это? Трактор. А это что у трактора? Курс. А это что такое? Кран. Кран. Молодец. А это? Пожарная мешалка. Молодец, сынок. Что Святослав делает? Дом строит. Дом строишь? А это что? Грузовик. Грузовик? Куда? Нету места. Нету места? Давай мама поможет. Как давай. Это нет места? Давай. Вот же. А, ну ты потому что вот это сюда поставил. Вот. Ой. Мама сына только. Вот так. Вот он, кстати, такой молодец, короче. Все, практически все собирает без помощи. Вот эти два ковша сам ставят. Машинка розовая. Розовая машинка, да. Ты какие цвета знаешь? Розовый, желтый, да? Красный, синий, черный, белый. И зеленый. Да. Где красный трактор? Едет трактор по полям. Едет трактор. Папа, а где синий? Бульдозер. Бульдозер синий. Бабушку. Бабушку Марину? Да. Да. Бабушка Марина. А что ты хочешь? Бабушку Марину. Ты соскучился по бабушке Марине? Да. Вот, который тебе машинки подарил, да? Да. Ну, передай привет бабушке. Бабушку Марину. Бабушку Марину.
Ну, короче, ребят, мы тут смеемся до слез. Ой, короче. В портрет точно никто не влезет. У Наташи просто потрясающий муж. Он фотограф от Бога. У него, как сказал Андрей, авторская, да? Авторский портрет. Он так видит. Это просто вот мы сейчас обсуждаем. Это был портрет. И почему-то сюда влез какой-то мужик. Как ему это удалось, непонятно. Но это ладно. Сейчас. Который спорит. А вот тут вот Наташа говорит... Не брать их! Их не будет видно! Шлейф отца! Кто говорил, что вот я шлейф? Вот. Наташа хотела смотреть на фонтан, но пока поворачивалась, Макс ее сфотографировал и как бы, ну... В общем, сказал это все. Вишенка на торте. Наташа говорит, можно без стола, чтобы было видно мечеть и не было людей. Макс просто... справился на 10 баллов. Смотрите, я вот шортики взял свои. Футболочка. Шортички, смотри. Папы на шопинге. Еще шортики. Папочки. Завтрак. Это называется турецкий завтрак. Тут сыры, шакшука, картофель фри, фрукты, омлет. Пожелайте нам приятного аппетита. Я колбасу. Шакшука очень вкусная. Такой из овощей, как. Везут просто на карете. Ну. Кристин, куда тебя везут? Ты стоишь на месте. Все, мы сейчас посидим и вылезем. Просто. Посидели, все, вылазим. Блядь! Что с каретой? Все? Сейчас она сложится. Приехали? А, можно так ехать? А, выходите. Все, выходите, приехали. Стоп. Супер карета. Капец. Кристин, что ты говоришь, на карете куда ты едешь? Молодец. Смотрите. Ой, на этого счастливого мальчика. Сына, что ты делаешь? Не надо там кусать, не надо, оно потечет тогда. Сынок. Кто сбоку ты из мороженого? Кто тебя научил так? Можешь мороженое? Кто там плывет? Маленький корабль. Маленький корабль. У тебя большой корабль. Большой корабль уплыл. Ты мамочку угостишь мороженым? Мне мороженое. Ну, а маму угостить? Нет. Мне мороженое. Оно-то твое. А кто тебе купил мороженое? Папа. Папа тебе распаковал, а мама купила. Ты будешь маму угощать? Нет. Давай. Спасибо.
Спасибо, очень вкусно. Дай, сынок, папе мороженое. Дай, папе. Не дай. Дай, папе. Дай папе мороженое, папу кусит. Почему не дай? Много. Много-много тебе надо? Да, мама блинчики сделала, мама, да? Мама блинчики сделала. Что за привычка? Он ест, ты целуешь, вот обязательно. Любовь такая, любовь похожая на сон. Спасибо, Кристина. Зашатался. Это так тебе нравятся блинчики, да? Второй мальчик, который любит блинчики. Очень. Обожаю. У Кристины они всегда вот такие хрустящие. А танцы где танцы? Сынок. Ручкой. Да, вот так. Что, не надо? Извините. Яйца, столовая ложка сахара и щепотка соли. Все это размешиваем. 250 миллилитров. Можно на глаз. Через ситечко начинаем добавлять муку. И затем оставшуюся часть молока. И 2 столовые ложки масла. Готовить сразу буду двух сковородках, чтобы это было быстрее. Налила масло, разогреваю. Вот такое количество смеси, то есть не до конца, не до верху. Ну, первые блинчики у меня всегда получаются смешные, потому что много масла, и оно так катается. Вот такие они должны быть красивенькие, и главное, что тоненькие. Совсем чуть-чуть тесто наливаю. Видите, какие они получаются? С каждой стороны, когда обжариваются, получаются прям хрустящими. Суровая сибирская женщина снимает блины со сковородки руками. Ну что, будем готовить блинчики. Что понадобится? Это 2 яйца, 500 мл молока, соль, сахар коричневый, масло и мука. За мной тут парень подъехал. Говорит, садись красивая, прокачу. Молодой человек, вы куда едете? Куда едете? Музыку тебе надо? Сейчас папа включит. Опа! Мощник, вот так вот. Давай, что мы тут купили, сынок? Морковку. А еще что? Морковку и? Ты набирал? Лук. Лук и горошек мама взяла, да? Паучок, да? Как паучок? Покажи, как паучок ходит. Оба! Какой смелый, обалдеть. Оба! Молодец! Правильно, сынок. Давай еще раз. Один прыжок, хорошо. Давай, ну не, вот здесь, сыночек, здесь, туда не надо высоко. Доказывай, что ты будешь? Спасибо. Что ты будешь? Спасибо. Скажи спасибо большое. Спасибо большое. А как ты говорил, кому пойдем морсик покупать? Девочкам. К девочкам. Просто за раз почти всю бутылку выпивает. Девочка, я дам. Тебе вкусно, сынок? Морсик, да? Еще раз крутил маму на
круассан. Он так любит эти булочки. Еще скажите, пожалуйста, можно ли детям кушать такие булочки? Отрывай! Красота. Катит маме тележку. Спасибо тебе, любимый. Что ты берешь? Молодец, давай, складывай. Только это кефир. Обратно ставь. Вот молоко. Молоко, видишь, синим написано? Бери. Молодец. Ой. Вот это тоже? Зачем нам так много молока? Колбаска. Колбаска? Молодец. Слушай, по-моему, соль надо. Что ты купил, сынок? Рассказывай. А еще что? Колбаску. Денежка. Денежка? Это чек. Чек. Пойдем чек. А я сейчас тебя попить. А потом я будешь... сейчас тебя попить. Теперь открывать. Да? Еще. Еще? Тебе что много? Я срочно нужна ваша помощь. Я сделаю такую прическу. Как мне кажется, она очень креативная, и мне нравятся вот эти прятки. А Андрей настаивает эти прятки убрать вот так. Вот так. В общем, скажите, как. А это кто? Я так играюсь. Ты играешь с ними? Такая штучка. Мы ее не видим. Зайчик. С сисичкой. Гуляет с сисичкой. Зайчик с сисичкой. На улице. Да. Нам-нам. Нам-нам-нам. Я с ними играю. Буду потом сюда садить. Буду потом вытаскать. Как маме подарить все дуплаки, маме, как подарить и учить на самолете, на большом на самолете. Маме даришь. Ты маме даришь, да? Во, классно! Ого, классно! Классно? Да. Что там классного? Святослав, пойдем домой. Я беру штуку такую. Ты бьешь штуку такую? Ну ладно. Человеку надо уже спать. Время 14:30. Но энергия у него бьет ключом. Классно! Классно! Ого! Я вижу прям высоко. Прям высоко висишь? Да. Ого. Я катаюсь по стеклянной с бабушкой. Посмотрите на этого мальчика, хулиганчика. Он только что был вот там наверху. Вот надо ему, прям надо. Неугомонный Джо.